Это видео было снято сегодня утром. По проезжей части Академического моста в Иркутске шел мужчина. Один из проезжавших мимо водителей сделал ему замечание, на которое пешеход отреагировал, мягко говоря, неадекватно. Разбил на марке боковое зеркало и лобовое стекло. После того, как дебошир забрали сотрудники полиции, выяснилось, что мужчина имеет проблемы с психическим здоровьем. Сейчас он находится в больнице. А вот у кого могли возникнуть проблемы не с душевным, а с физическим здоровьем, так это у сотрудников полиции в Качугском районе. Их автомобиль протаранил пьяный тракторист. Но рассказывать эту историю лучше с самого начала. Отец и сын, жители села Верхоленск, копали в поле картошку. Нас не самую простую работу совмещали с распитием спиртных напитков. Когда солнце приблизилось к горизонту, мужчины отправились домой. К слову, идти пешком им не требовалось, рядом находился их трактор. 31-летний сын сел в него и поехал. Все это видели сотрудники ГИБДД. Они остановили спецтехнику, а пока мужчина сидел в полицейской Ниве, его отец пробрался в трактор, завел его и взял на таран службу. Автомобиль. От удара Нива перевернулась. К счастью, ни инспекторы, ни сын дебошира, а все они находились в машине, не пострадали.